Отмечу также, что на региональном уровне, в условиях уже упомянутой мной полной деградации ОБСЕ как евроатлантического символа, на первый план выходит задача формирования новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, которая призвана дополнить и укрепить процесс формирования большого евразийского партнерства, о котором президент Путин не раз упоминал, и которое складывается благодаря совместным усилиям Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, АСЕАН, Содружества независимых государств.